Всем привет! Сегодня мы на рыбалке. Злата, мама, Кирилл, папа. Мы приехали в Новую Пышму. А теперь посмотрим, кто рекордсмены, мальчики или девочки. Так, вот это вот Злата, она вот первачок и уже поймала две рыбки. А мальчики сидят, и у них даже вот ни одной, посмотрите, вот я даже вам ближе сделала. Вот ни одной рыбки нету, а Злата вот молодец. А Злата молодец, да, она поймала две рыбки, вот какие две рыбки. Вот какой окунь она поймала, да, и сарушку такую большую поймала. Она сегодня открыла сезон, первый раз на рыбалке, и вот такая вот удача. Сейчас мы еще одну поймаем, да, дочь? Давай поймаем еще одну рыбку. Да, только нужно посидеть маленько, подождать. И рыбка клюнет. Все, пускай. Это к нам Кирюха ползет, подкрадывается. Думает у нас вытрясти рыбку из-под носа. Но мы ему не дадим. Потому что заберем всю рыбку сами. А там папа делает и то, что он ловит. О, Кирюха вытаскивает. О, пусто. И Кирюха снова сидит в ожидании чуда, но все равно ничего не поймал. Я уже поймал.